А вы знали? Как просто избежать болезней. Кипяток – единственное безопасное и быстрое пополнение организма кислородом заболевшего. Теплая, терпимо горячая вода быстро всасывается в кровь. Самое быстрое поднятие – сатурация. Не обжигает легкие. Улучшает кровообращение. Улучшает обмен веществ. Снижает вес. Самый лучший антибиотик. С добавлением лимона насыщает организм витамином С. Снижает давление и свертываемость крови. Естественный вентилятор легких. Самое быстрое, проверенное тысячелетним опытом человечества, скорая помощь. Почему одноразовые маски имеют разные цвета? Все зависит от того, для чего вы ее носите. Если вы больны и не желаете заражать людей, носить ее стоит белой стороной к своему лицу. Если маска для профилактики заражения, ее надо одевать белой стороной наружу, цветной к лицу. Белая сторона – это фильтр. Если маска белым к лицу, микробы и бактерии не попадают в воздух. Если белым наружу, маска защищает от попадания микробов и бактерий в дыхательные пути извне. Польза воды увеличивается, если употреблять ее в нужное время. 2 стакана воды сразу после пробуждения помогут активизировать работу внутренних органов. 1 стакан перед едой улучшает пищеварение. 1 стакан перед принятием душа предотвращает повышение кровяного давления. 1 стакан перед сном защищает от инсультов и инфарктов. Совет врача Владимира Макаренко в Инстаграме. Итак, друзья, вы если приболели немножко, я вам покажу хорошее средство, которое поможет вам выздороветь. Берем 2 зубчика чеснока, забрасываем в емкость. Головку лука делим на 4 части и все это тоже в емкость. Лимон, кусок отрезаем нормально и забрасываем. Далее присыпаем это все сахарком и кипяченой воды, ну примерно пол кружечки, видите, да? Заливается это все и настаиваем 3 дня. Сейчас очень важно. Эти 3 дня, пока настаивается эликсир, вы пьете достаточное количество воды. При необходимости принимаете жаропонижающие препараты. Не принимаете противовирусные, не тратите деньги впустую. Смотрите за динамикой своего выздоровления. Если динамика выздоровления есть, отлично. Если динамики выздоровления нет, вы идете в поликлинику обязательно. Для того, чтобы доктор вас посмотрел и сделал необходимые анализы. Все.